Привет-привет, с тобой Светлана Нечай. Знаешь, я сегодня хочу обсудить такой важный момент, который часто всплывает в беседах с девчонками, да, с теми, кто ко мне приходит на курс, с теми, кто заканчивает курс, да, вот это рассуждение о себе, о своем теле, как о чем-то, чего не люблю, чего стесняюсь, да, например, какая я страшная, или какая я толстая, какая я некрасивая. Знаешь, такое состояние отторжения. Получается, мы отторгаем свое тело, потому что оно нам не нравится, да? Вот, я предлагаю порассуждать на эту тему, потому что это очень важно. И, по сути, может быть, даже это первый шаг, с которого надо начинать изменения своей внешности, улучшения, да, скажем так. Вот. В чем суть? Наше тело, именно благодаря нашему телу мы можем чувствовать, мы можем жить вот здесь, в этом мире. Потому что если не вот это наше тело, которое нам не нравится, видите ли, мы бы не могли жить, мы бы не могли трогать. Да, мы бы не могли вдыхать, мы бы не могли видеть, мы бы не могли слышать, мы бы не могли касаться, да, мы не могли бы прочувствовать вот эту всю палитру жизни, не будь нашего тела, да? Тело мы не выбираем, тело нам дано, мы рождаемся с таким вот телом, но... Ну, да, и вот смотри, как только ты улавливаешь этот момент, что мое тело, оно у меня одно... Оно у меня единственное, и только благодаря ему я могу здесь жить. Только благодаря ему. Соответственно, я уже должна быть благодарна за то, что у меня оно есть. Любое тело, любое, какое есть. Вот. И следующий момент. Любое тело может стать любым. Да? И я имею в виду, мы можем похудеть, мы можем накачать мышцы, мы можем стать здоровее. Вопрос времени. Вопрос времени и ежедневных действий, да, ежедневных действий, выстраивания питания, выстраивания нагрузки, разбор своих мыслей, своих состояний, своей головы, да. И это постепенные шаги, которые ведут нас к стройности, да. Вот, поэтому, если у тебя вдруг возникают такие мысли, что я себе не нравлюсь, я ненавижу свое тело, оно некрасивое и так далее, остановись. Остановись и начни благодарить. Просто благодари свое тело за то, что оно у тебя есть. Это прекрасно. Так как оно есть, ты уже можешь над ним работать. Вот. И следующий момент. Тело – это не одежда. Это не то, что ты... берешь с вешалки, да, сегодня я одену это платье, завтра вот это платье, а послезавтра вон то. Нет, тело у тебя вот такое, и оно меняется медленнее, чем пойти купить новое платье или там подстричься, да. Тело меняется медленнее, но оно меняется. Соответственно, ежедневные действия, да, я, наверное, повторяюсь. Вот, поэтому, мои хорошие, неважно, какое у вас тело, любое прошлое, оно у нас есть. Именно благодаря своему прошлому мы становимся такими, какими мы есть сейчас. Да? Соответственно, мы можем анализировать прошлое, мы можем отпускать все, что нам не нужно, все, что нам мешает в жизни. Да? Мы можем взять то, что нам заходит, то, что нам нравится, то, что у нас получается, да, и сказать: о, вот это у меня работает, вот это я возьму. А вот это я не буду брать, потому что оно мне мешает. Например, там, чувство вины, чувство обиды, чувство стыда и так далее. Оно мне мешает, оно мне не нужно. Соответственно, вот эту корзинку с вот этим ненужным я оставляю там. Оно мне с собой не нужно. Вот, поэтому в корзиночку складываем все, что мешает. Да? Для этого нужно себя анализировать, смотреть, изучать, что мне поможет менять тело, да? Что мне поможет улучшать жизнь, брать что-то новое, хорошее с собой и оставлять все ненужное, все ненужные чувства. При этом постоянно себя анализируя, постоянно осознавая, что сейчас со мной происходит. Это вот то, что я сейчас думаю, идет ли мне на пользу,
то, что я сейчас делаю, идет ли мне на пользу, почему я это делаю, да? Как по-другому можно? Вот, в общем, у меня есть идея сделать курс именно такой трехмерный, про физиологию, про питание, про нагрузки и про психологию. Я хочу вот все вместе соединить, чтобы был такой курс по похудению. Вот, поэтому, мои хорошие, благодарите свое тело. Тело, оно нам говорит очень о многом. Тело у нас показатель вообще всего, что происходит в нашей жизни, как мы к себе относимся, как мы о себе заботимся, как мы себя любим, какие у нас отношения с окружающими, да, что мы позволяем. Очень часто мы не умеем говорить «нет», очень часто мы не чувствуем границ, очень часто мы обиженные, недовольные и так далее, да? Поэтому начните с простого шага, просто спасибо, тело, что ты у меня есть, да, что я могу жить, я могу обнимать любимых, я могу вдыхать аромат, я могу танцевать, да, и так далее, и так далее. Я могу заниматься, чем мне нравится. Именно благодаря тому, что ты здесь живешь в своем теле. Поэтому, как только тебя посещает мысль, что ты некрасивая, или что ты себе не нравишься, или что у тебя страшное тело, начинай себе говорить спасибо. Спасибо за то, что есть, за то, что я могу это делать, да. И, соответственно, и вперед смотрим дальше, да, выстраиваем себе шаги, как улучшаться. Вот, с тобой была Сусана Нечай. Всем здоровья и красоты. Пока-пока.